Да, отрабатываем движение на другой стороне теперь. Конечно, да, у нас все движения на результат. С растирания, с разминания начинаем. Разогреваем хорошо. Правильно, когда ладони вот жесткие сами себе и как можно ближе друг к другу. Получается, прям горит, да, вы? Это даже статическое упражнение делаем. Да? Классно. Вот, супер, получается, да. Стойка по эргономике очень правильная. Причем кидает. Да, только кидает дальше, до конца доводи, прям до, да, вот этой мышцы. И назад можешь ее захватывать. Трапециевидную мышцу, да, назад вот так. Опа. Отлично получается. Хорошо у него получается, да? Да. Ну вот, отлично. Лучше. Она нужна, да. Вибрация нужна, она, да. Она рано или поздно. Массаж. Да, у нас там такая техника, очень много всяких видов вибраций. Вот такая проникающая внутрь, старайтесь прям под 45 градусов туда давить. В ребра. Так, это ты уже вот идешь такое подстукивание, да? По стисным отросткам. Мини-тракция. Ага. Выжимку сделал, да? Угу. Могу еще раз на камеру. Вот, давай. Хорошо получается. И доводи до конца, прямо туда, да, вот внутрь, да. Ага, во. Отлично. Вот. А, и плюс четвертое движение же, да? Ну, то есть, получается, вот это движение, которое мы делаем. Угу. Еще раз повторяю. Мы, во-первых, делаем выжимку. Ну, ставь свои руки, ставь. Да? Выжимаем. Плотно, то есть, держа. Угу. Теперь мы тоже делаем почти то же самое. Только подбиваем осистые отростки. Такое в нее. В них такое направление движения, да? Угу. Теперь то же самое мы делаем, только проходим большим пальцем. Один. Да, и диагностируем, где там что неполадки идут у него, да, вдоль позвоночника. Вот. И четвертое, что мы сюда добавляем, это мы добавляем вот такие вот вращательные движения. Вот мы всей рукой. Сейчас, а как их делать? То же самое, ты вот упираешься. Ну, это на самом деле вот это один прием мы разбили сейчас на четыре части. А вот так вот я могу? Да? Нет, это не то. Вращение должно быть. Вращательный такой момент. А как? Вращательный. Нет, не так. Я просто не пойму, как ты стоишь, вот. Как мне встать? Вот так вот мы встали, да, вот зажали. И это все одно движение. Вот я и подбиваю, и вращаю, и диагностирую, и выжимку делаю. Видишь, все одним движением. Угу. В общем, сложность. То есть нам из четырех частей надо сейчас собрать одно движение. Нет, для меня это не...